Автодорога Соликамск-Кунгур, признанная одной из самых аварийных в крае, в очередной раз подтвердила это звание. Во вторник вечером в 17 часов на 312 километре трассы столкнулись большие грузы. Со стороны Березняков к Соликамску двигался КАМАЗ, водитель которого выбрал небезопасный скоростной режим, и в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с уже встречным автомобилем КАМАЗ. В результате столкновения водитель встречного КАМАЗа получил травмы и был госпитализирован в больницу. У мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы ребер и ног, а также сотрясение головного мозга. Госавтоинспекция обращает внимание на соблюдение безопасной дистанции и правильного выбора скоростного режима, который не позволит вам потерять контроль над управлением транспортным средством. В ГИБДД призывают учитывать погодные и дорожные условия при движении по городским дорогам и междугородним трассам.